Юбилейной датой ленинского комсомола молодые клайпедские судостроители назвали первый речной теплоход, построенный ими на заводе «Балтийск». Во время строительства судна хорошо потрудилась комсомольская молодежная бригада Антанаса Купстаса, электросварщик Сергей Архипов, маляр Валентина Пахомова. Молодежь строила этот теплоход, и команда на нем молодежная. Ромуальд Герасимов, капитан, и его помощник Анатолий Жандаров. Первый рейс теплоход совершит в Германскую Демократическую Республику.